Здравствуйте, сегодня я расскажу, как нужно делать снимки своих рисунков из скетчбука телефоном. Так, берем скетчбук, открываем и смотрим не глядя. Не служим скетчбуку, это скетчбук служит нам, не глядя. Глаза мы туда не складываем. Вот. Открыли рисунок, берем телефон, здесь очень важно, телефон берем изящной стороной, вот. Не берем его вот так, или вот так, это вот, видите, краб, это очень неэстетично, поэтому берем так, чтобы рука была в форме бутона. Открываем камеру и смотрим, не глядя, помним? Не глядя смотрим и делаем снимок. Все.